Ребята, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь, нажимайте галочку, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео. А сегодня я бы хотела рассказать, точнее показать вам, как можно носить рубашку разными способами. Самый элементарный, самый доступный, самый простой способ — это взять и просто носить ее как платье, да, взять рубашку большого мужского размера. Мне нравится то, что в мужских рубашках иногда можно такие принты необычные отыскать, и это будет смотреться действительно оригинально и немножко экзотично. Второй способ, это, мне кажется, очень простой, и в то же время он из такого грубого мужского элемента одежды создает уникальный женственный стиль. Нужно просто снять рукава, аккуратно расстегнуть несколько пуговиц, завязать рукава под грудью, и таким образом у вас получится вот такое вот женственное платьюшко. Следующий способ также очень доступен и очень элементарен. Нужно просто снять рукав с одной руки, аккуратно перекинуть через грудь и поправить его во вторую руку, под второй воротник. Таким образом у вас будет такое вот интересное оголенное плечо. Сзади нужно аккуратно все расправить, чтобы не было никаких складочек и горбочков, и будет смотреться очень круто. А еще можно просто взять, застегнуть на все пуговицы рубашку вверху, снизу наоборот слегка расстегнуть и обычным узлом завязать ее на талии. Мне кажется, так смотрится очень стильно, потому что такая получается объемная верхушка и симпатичный приталенный низ. Как и несколько способов ранее, здесь тоже можно классно обыграть. Нужно просто вот спустить плечо, расстегнуть и аккуратно подвернуть воротниковую часть. И получится такое вот оголенное плечико. Кажется, совсем мало поменяли, но смотрится совершенно необыкновенно и по-другому. Еще один вариант. Здесь нужно просто перевернуть рубашку задом наперед. Получится у вас спереди такая лаконичная с воротником сторона, а сзади на пуговичках. Заключительный способ, как можно носить рубашку, также доступен всем. Здесь нужно использовать кожаный ремень и просто привязав ее по талии, подчеркнув ее тем самым, получится совершенно невообразимая вариация, как можно носить рубаху.
такие вот были способы ношения мужской рубашки от меня. Надеюсь, они вам понравились, кому-то пригодятся. Кто-то возьмет себе на заметку. Напишите в комментариях, какие вы еще знаете способы, как можно еще носить ее. А также, в скором времени я планирую снимать видео косынка. Как можно необычно носить ее и как можно с помощью одной косынки поменять кучу образов. Мне было бы приятно, если бы вы написали, допустим, юбку, либо платье, либо пиджак. Как бы вы хотели, чтобы я обыграла, чтобы из одной вещи получилось несколько ультрамодных сочетаний. Смотрите это видео до конца, не забывайте ставить лайк, если оно вам понравилось, либо дизлайк, если не понравилось. Если вы ставите дизлайк, то, пожалуйста, напишите, что не так, чтобы я знала, над чем мне нужно поработать. Всех крепко обнимаю, целую. Пока-пока.